Добрый день всем. Хочу обратиться ко всем игрокам. Не меняйте вы походы в королевской арене, в защите. Оставьте их как есть. Помимо того, что вы не теряете ничего от этого, вы помогаете другим игрокам выше проходить. И за счет этого вы сами сможете выше пройти. Просто вам приведу пример. Если через вас легко перейдет какой-то более слабый игрок, которого вы на данный момент со своей статистикой легко побьете, он тоже поднимется в рейтинге. А если таких игроков много будет, как мы... Вот моя статистика, вам покажу просто. Журнал битв, смотрите. Журнал побед защиты, поражений защиты. Ладно, вот так. Посмотрите, какая у меня стоит статистика. 1804 тысячи. Через меня даже 30-е замки уже перепрыгивают. Они доходят до золота, до платины. А здесь уже встречаю их я со своей нормальной статистикой. И за счет них могу спокойно проходить дальше. Доходить до платины. Вот моя нынешняя статистика. 3,8. Надеюсь, поняли мой посыл. Пусть больше замков залезет на платину 2, на золото, по крайней мере. Их здесь много станет, и вы через них легко будете перескакивать дальше, поднимать свой собственный уровень. А от того, что вы не меняете в защите статистику, вы ничего не теряете.